Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Ну что, сегодня блудная. Ой, ключи не взяла. Я еще не выходила, честно. Сегодня блудная дочка никуда не поехала. Вот смотрите, висят бахилы. Видите? Я не убирала их. Думала сегодня сама, потому что Сережа, там что-то Лариса работу какую-то нашла. Ну, поеду сама на рыбалку. Ребята, такой ветер, слышу, ночью хряп-хряп-хряп-хряп ставни дергает. Думаю, нет, а вы что, шутите? На этом ветре можно будет окочуриться просто. Не, ну если бы клевало так, что знаешь, что надо ехать срочно, то да. Ну ничего страшного. Мы дома, значит, у нас, вернее, у меня больше... А что такое там упало? А, палка что? У меня больше времени что-то сделать на кухне. И вы знаете, у меня одна зрительница прислала прекрасный рецепт, ну, по этому, господи, как он называется? Ой, в Фейсбуке. Прекрасный такой рецепт, быстрый, я хочу его приготовить. Вот не знаю, получится или нет, так что сейчас мы идем на кухню и перезавтракаю. Хочу овсянку сварить с утра, почему-то разгрузить, потому что после вареников, вы думаете, их два съела. Ага, смотрите, держите карман шире. Я их съела не знаю сколько. Так что сейчас я сварю себе овсяночку, заварю, и мы с вами приступим к приготовлению этого десерта. Какой очень интересный и очень простой. И самое главное, что этот десерт готовит муж. Но об этом попозже. Пойдемте на кухню. Ну что, мои хорошие, все-таки лучше, когда перед видео я вам показываю, что у вас получится. Естественно, я записываю этот сюжетик уже после того, когда приготовила. Даже иногда получается, что после того, когда это блюдо уже поклевали. Но ничего. Значит, я хочу назвать этот десерт от мужчины-португальца. Дело в том, что у Лены муж, он сам португалец. Я не знаю Лену, это всю информацию она мне написала. И этот десерт, ну, сказать, что торт я не могу, это десерт, это очень вкусный десерт, готовит ее муж. Но вот то, что касается там карамели, поливать шоколадом или присыпать орехами, это уже вы выдумываете сами, как хотите, но основа вот такой вот рецепт. И этим десертом Леночку балует ее муж-португалец. Не знаю, как его зовут, извините, пожалуйста, что так, вы знаете, как говорится, без имени. Но все равно, спасибо вам большое за рецепт. Сейчас я вам покажу это блюдо. Ну, прошу прощения, потому что я уже отрезала шмат Ларисе, Сереже с Даней уже поели, сама попробовала. Так что у меня, как обычно, когда я приготовлю, никого нету. А сегодня у меня, как знаете, день открытых дверей. Поэтому осталось, получается, меньше половины этого десерта. И вот он какой прекрасный, смотрите. Это он на разрезе. Смотрите, какой он высокий, какой он нежный, какая на нем глазурь. Это рог один остался, это карамель торчит. Вот смотрите, вот так он будет закрытый смотреться. Вот такой он блестящий, такая красивая на нем глазурь. Просто прелесть, да? Вот такой кусочек у меня остался. Но самое главное, на разрезе. Вы видите, какой он прекрасный на разрезе. Вот поближе. Из чего он сделан? Дорогой. Ой, это маленькая интрига. Дорогой, долго ли его готовить, или стоит его ли готовить, или нет? Посмотрите видео, посмотрите рецепт, а потом уже решите, готовить вам его или нет. Ну что, мои хорошие, поехали, как говорится, хватит языком телепать, надо работать. Меньше слов, больше дела. Все, давайте, начинаем готовить. Знаете, мои хорошие, открыла холодильник, начала собирать, буду собирать ингредиенты для этого десерта. И смотрите, что в углу у меня завалялось. Вы помните, мы с вами делали виноградную гроздь, такой салат, черный виноград. Вот смотрите, сколько он у меня в холодильнике валялся, и он до сих пор еще не сгнил. Вы можете представить, чем его обрабатывают и вообще, что это за виноград? Все, я это выбрасываю. Ну, мне просто интересно. Уже даже вот сок начал пускать. Сколько он в холодильнике? Он там в уголочке лежит, а я его не вижу. Представляете, прописался просто в холодильнике. Так, все, выбрасываю и начинаем готовить. Ну что, мои хорошие, начинаем готовить торт. Торт-пирог-загадка от Елены Шумах. Спасибо вам большое за рецепт. Очень простой, бюджетный. Здесь самое дорогое – это яйца. Нам необходимо 8 яиц. Эти яйца мы должны разделить. Белки я выбиваю сейчас сразу аккуратненько в чашу миксера. Аккуратненько вот так отделяем. До последнего. Вот эти все веревочки, все в белки пусть идет. Они хорошо способствуют взбиванию. Так, а желточки отправляем в сотейник.
чтобы 20 раз не мыть посуду, сразу в сотейник. Не знаю, я готовлю первый раз, но Леночка написала, когда ваши гости попробуют этот десерт, никто не угадает, из чего он приготовленный. А мне такие загадочки нравятся, честно говоря, потому что, знаете, все такие вот рецепты, которых уже просто миллион раз все их высасывают, как-то уже не хочется их готовить, правда? Сам готовил 100 раз. Вам предлагать. А вот такие вот загадочки мне нравятся. Они меня очень как-то, знаете, интересуют. Так что вот сегодня мы приготовим очередной такой рецептик. Все, мои хорошие, я отделяю 8 яиц. Так, все, белки отделили. Желтки можно прикрыть миской и поставить в холодильник. Так, дальше я насыпала произвольно сахар. Мне чем понравился, подкупил этот рецепт, что здесь все очень просто. 8 яиц разделяем и добавляем все 8. Сейчас мы добавим сюда сахар. И надо, скажите мне, пожалуйста, весы мне нужно взвесить. Сейчас, одну секундочку. Хотя до желтков мы еще дойдем. Давайте будем сейчас займемся белками. Включайте духовку 180 градусов. Так, и сейчас начинаем потихонечку взбивать белочки, чуть-чуть соли, щепоточку. Вы уже знаете, начнет пениться. Будем добавлять сахар. К чему я говорила, что легко запомнить. 8 белков, 8 столовых ложек сахара. Это мы все, вот такую вот массу взобьем. У нас получится такая белковая, хорошо взбитая до пиков масса. В то же время вы должны сразу приготовить форму, в которой вы будете это запекать. И еще один противень, в который мы нальем воду и закипятим. То есть эта масса будет выпекаться в духовке, как на паровой бане. Вода кипит, в этом противне с водой стоит форма из взбитыми белками, и это все будет запекаться. Но я вам все это покажу. Пока взбиваем белки. Ложка вот такая, не сильно большая горка, обыкновенная ложка. Можете сразу надо брать, чтобы не забыть. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, добавили, да? Все, 8 ложек. Потому что можете забыть. Лучше с общей массы брать. 8 ложек. Видите, начинает пениться, и потихоньку добавляем сахар. Вот вы мне все время спрашиваете, нравится ли вам миксер этот. Да, мне нравится. Смотрите, какие пики. Видите, вот висят. Сейчас, одну секундочку. То есть вы взбиваете белки до устойчивых вот таких вот пиков. Вот, видите, они не падают. Так, это пока в сторону. Можно не мыть. Мы будем взбивать, то есть, вернее, перемешивать желтки. Мы можем это... Все! Масса готова. Моя форма вот эта, которая все время к ней липнет, я ее уже заслала пергаментом. Лучше, знаете, как говорится, береженого Бог береже. Так и я. Я поставила противень. Так, сейчас я вот испытаю... Почему не хочешь? Что-то плохо распыляет. О, так, все. Это я вот этой штучкой, видите, что форму смазывать, вот, чтобы оно не приставало. Так. И теперь вот эту вот массу аккуратно перекладываем в форму. Я отдельно поставила противень наш, вот этот вот старенький, вы его уже знаете. Наполовину налила его водой и стоит у меня наверху на газовой печке. Должно закипеть. То есть мы кипятим воду в противне. Сейчас я беру форму эту и выкладываю сюда наши
Белочки, какие они красивые, какие они классные. И сама я вот в чем прелесть этого миксера, что вы занимаетесь 10 делами, а миксер сбивает белки. Так белки вручную сбить очень тяжело, долго. Ну, все возможно, конечно, но... Что у нас тут? Так, сейчас мы вот так вот расправляем. Я не вырезала, просто сделала складки, чтобы оно там не пролезло туда. Так, вот такую ровную поверхность сделаем. Более-менее. Еще у нас немножечко есть пару капочек. Сейчас мы все это выберем. Вот так. Все чисто. Это все вот так. Сюда выбираем. Так, чтобы более-менее было ровненько. Так, все. Вот сюда можно это, эти остатки, этот уголочек. Если у вас форма силиконовая, то смазали маслочком и все. Но я просто боюсь. У меня она все время хватало, поэтому лучше пусть будет так. Так. Теперь, ой, он такой легенький. Сейчас же я вам покажу, что у меня здесь происходит, чтобы вы делали точно так же, чтобы вас к плите не переносить. Так, смотрите. Вот мой противень. Я налила половину противня воды, и она закипела. Теперь я ставлю сюда вот так. Видите, чтобы вода через верх не переходила. И духовка 180 градусов отправляю в духовочку вот этот противень. Ничем не накрываю, вот так аккуратно, чтобы не обожглись водой, смотрите. Кипятком, вернее. Можно, если у вас есть время, вы можете поставить этот противень в духовку, пусть он в духовке закипит, а потом туда. Так, 180 градусов. И берем таймер. Здесь очень важно, написала Елена, что выпекаем 8 минут. Поэтому я сейчас ставлю, господи, дети, 8 минут, 5. Так, 8 минут, и все, и ждем, пока белковая масса наша приготовится. Так, тем временем сейчас все это уберем, миксер нам уже больше не надо, и начнем готовить желтковый вот этот вот крем. Ну что, мои хорошие, желтки у нас в холодильнике. Я беру сотейник, новенький, да-да-да. Так, и наливаю сюда 250... Опа, видите, как раз зазвонил таймер, значит, все, я выключаю духовку, выключаю и не открывая ее, Света, ой, господи, извините, Елена написала, что в духовке не открывать до полного остывания белковой массы, то есть пусть она там и стоит, ровно 8 минут, так получилось, что даже вот зазвенело при вас, видите, вот, все, я не открываю духовку, пусть себе там белковая масса остывает. Я ее выключила, все. А мы с вами занимаемся дальше желтковую массу готовим. Я беру 250 миллилитров водички. Так, вот 250 миллилитров воды выливаю. Дальше соединяю с 250 граммами сахара, я отмерила. Не сильно, потому что вообще сироп, честно говоря, нельзя размешивать. И ставлю сотейник на огонь. Сейчас вода закипит в сотейнике. И проварю, то есть где-то минуточек 5, чтобы сахар растворился и образовался у нас сироп. Тогда немножко его остужу и соединим желтками. Но я вам все буду показывать, пока на огонь. У вас есть таймер или на духовке, или... Вот как у меня. Включите 5 минут, чтобы не передержать сироп. Все, я его варю 5 минут. Так, все. Выключаю этот сироп.
Но запомните, что 5 минут варим с момента закипания и собираем, потому что на поверхности образуется такая, ну, немножечко пеночка. Так, и Елена не говорила насчет ванильного сахара, но я добавлю один пакет. Почему? Потому что я не хочу, чтобы запах яиц сильно чувствовался. Я не очень люблю запах яиц, поэтому... Так, это все... Ой, как запахло. Так, и теперь оставляйте на столе или выносите на балкон. Вот этот сироп у нас должен остыть. Он такой уже, видите, как не вода, а чуть такой, за 5 минут он стал немножечко тягучий. Этого достаточно, потому что мы будем желтковую массу еще уваривать. Я вынесу, сейчас накрою крышкой и вынесу на улицу. Так, продолжаем. Ну что, сироп остыл. Он не совсем холодный, но такой еле-еле теплый. Что мы сейчас делаем? Я достала желтки. Вот они. Пока лопатку эту уберу. Желтки по рецепту мы должны протереть через... Ты ж, у меня они что-то там лопнул. Через сито. Как обычно... Белки через сито протирают для того, для киевского торта, чтобы состарить. А зачем желтки? Ну, наверное, чтобы не было там вот этих веревочек, всяких жилочек, канатиков, жгутиков. Так, протираем это все. Прямо в тепленький этот сироп. Но не горячий, потому что вы понимаете, если в горячий, то сразу желточки сварятся. Вот эти протираем до однородности. Вот делаем, потому что видите, такие как сопельки, вот ниточки. Вот мы их протрем. То, что не протрется, все это помоем. Видите, вот ниточки пооставались. Вот они беленькие. Сейчас я вам покажу. Сейчас я немножко приближу. Видите, вот, вот такие как сопельки, ниточки. Ну зачем нам это надо? Это нам не надо. Это все вымоется. Это протираем сюда, это хорошее. С этой стороны сито хорошие желточки. Вот так. Не жадничаем, видите? Зачем мы протираем? Так, здесь у нас получилась вот такая вот масса. И сейчас эту массу мы ставим на огонь. Будем ее прогревать, прогревать. Вот сильно нагрелась, снимаем, опять прогреваем. То есть не даем закипеть, но вот так вот прогревающись, чуть-чуть может закипеть сняли, 10 минут проварим. То есть вот эта масса у нас должна стать густой, больше ничего мы добавлять не будем. Сейчас наша задача только уваривать вот этот вот сироп-крем. Все, пошла я к плите. Так, хочу вам показать. Смотрите, начинает закипать. Я сразу раз и сняла, и помешиваю. Вот смотрите, 8 желтков и 250 миллилитров жидкости. Видите, какая масса? Если вот мы будем уваривать, уваривать, и без всякой муки, без ничего. Это я к чему говорю? Помните, я готовила ананасовый, или кокосовый, ананасовый торт? То там пудинг добавлялся. Это неправильно, нельзя много пудинга. Видите, смотрите, 8 желтков, как начинает загустевать. Это еще не кипела масса. Я его сняла, помешиваю, чтобы она не подгорела. И опять сейчас поставлю. И так в течение 10 минут я буду уваривать, чтобы эта масса загустела. Никакого здесь ни крахмала, ни муки не будет. И посмотрите, какой будет шикарный заварной крем. Без всяких пудингов. Так, ну что, мои хорошие, я вам скажу, этот крем, смотри, какой прекрасный. Надо не отходить от него. Вот я его варила, 15 минут уваривала. Оно дело в том, что получается его нужно не то что уварить, а вот этот вот сироп должен немножко выкипеть. Вот здесь нету ни грамма, ни муки, ни крахмала. Но я вам скажу, видите, у меня погружной лежит, вот он. Почему? Когда начала масса доходить до кипения, мне показалось, как маленькая крупиночка, как будто бы желток свернулся. Думаю, ну все, все пропало. Но не надо пороть горячку. Я взяла, перебила погружным. Смотрите, ни одного нету чистой. Вот, вот видите? Угу. Ни одного комочка свернувшегося желтка. Перебила погружным, все. Один раз. И дальше выпаривала, выпаривала. Смотрите, какой красивый крем. Сейчас 5 минут надо помешать, чтобы все ушло. Вернее, немножко настыл пара, чтобы это ушло.
и потом остудить этот крем, и он готов. Я не знаю, написала Елена, что лопаткой проводим по плоскости и прямо вот так вот держится. Но здесь сильно глубоко, может, если бы вот так, то он и держался, видите, вот так вот если провести. А тут сильно глубоко крем, то понятно, что закрывается ложбинка, но крем шикарный. Смотрите, какой он и не густой, и не редкий, нигде, смотрите, не пригорело. Все время помешивала. Шикарный. Так ванилью пахнет. Никакого запаха яиц не слышно. Все. Вот так помешаю еще буквально 3 минуточки. 5 минут написано перемешивать. И тогда можно накрыть пленочкой в контакт, чтобы наверху не образовалась эта пленка. Ну, Лена говорила, что нужно вот с этого крема делать такие кнели. Подача какая? Белковая масса, отрезается кусок, сверху выкладываются кнели из этого заварного желткового крема и поливается карамелью. Я сейчас не готова сказать, получится кнелька с этого или нет, но если не получится, мы нальем прямо так. Может... Ну, написано было 10-15 минут. Я уже уваривала. Думаю, не буду добавлять ни муку, ни крахмал. Потому что, во-первых, это будет чувствоваться во вкусе крема. А во-вторых, в рецепте не было. Значит, я ничего не добавляла, просто уваривала. Ничего, посмотрим. Так, все, вот так вот перемешала. Смотрите, на ложке ничего здесь нет. Вот, видите? Это, наверное, имела в виду, что вот так проводишь, и оно держится. Видишь, на лопатке не закрывается. Очень вкусно. Так, беру сейчас пленочку, чтобы влага наверху не образовалась. Мы сейчас закроем пищевой пленкой. Кусочек вот так оторву. Сейчас, одну секундочку, чтобы потом найти край, а то не найдешь. И в контакт. Вот так вот. То есть пленку прямо на крем, не бойтесь. Чтобы не было конденсата. Все, выносите на балкон. Пусть этот крем остывает. Сейчас я вам покажу, что же у нас в духовке. У нас там столько воды, столько пара. Но я ничего не делаю, не включаю, не обдув ничего. Написано, что полностью остыла белковая масса в духовке. Так, идемте, я вам покажу. Вот, смотрите. Видите? Что вы там видите? Ничего. Вот вода, прямо капли. Видите, как запотело стекло? Не видно сейчас даже. Но уже немножко, потому что у меня она уже там давненько. Смотрите, как оно поднялось. Видите? Ой, пар идет, видите? Вода парует. Закрываем. Вот так. Пусть остывает, пока там пара не будет вообще. Ну что, мои хорошие, давайте уже спокойно. Видите, открывается. Смотрите, сколько это все влага. Видите, вот вода. Видите? И тут мокрое, все мокрое. То есть я уже легко беру руками, вода остыла. Вот беру этот пирожочек, пирожулю. Вот он какой, смотрите, красивый. Видите, как он поднялся вот здесь. Вот поэтому нужно... Лена и написала, что полностью должен остыть. Ну, не то, что вообще холодная водичка. Вот, смотрите, рукой. Она такая, ну, горяченькая, ну, легко держится. То есть духовка уже холодная. Так, продолжаем. Знаете, вот если присмотреться, вот сюда посмотрите, как в слезы ангела капельки выступили. Видите, мы ничего не накрывали, ничего. То есть белок имеет способность, вот маленькие слезочки такие, сильно цвет. Вот они. Сейчас увеличу. Вот, смотрите. Вот они, эти слезы ангела. Так называемые. Так, все. Сейчас я беру крем. Что у нас там с кремом? Посмотрим, остыл он и какая консистенция. И быстренько сварим карамель. Холодный крем. Смотрите, не переживайте. Пленочка чуть-чуть просто испачкана. И все. Так, а ну-ка. Как у нас? О, так можно, конечно, кнельку сделать. Смотрите. Видите, какая. Вкусно. Вкусно. Так, пусть пока это... Ой, сладкое. Так, что же мне сделать? Вытащится это? Да, я думаю, вытащится. Сейчас я вытащу на блюдо. О, какая прелесть бумага. Вы видите?
Какая красота! Немножко тут как-то, как вода вот образовалась она на дне сладкая. Поэтому сейчас мы его переставим. Так, где моя лопаточка? Лопатуша. Вот так. Аккуратно, чтобы ничего не испортить. Опа! Все, эта бумага нам не нужна. Прямо как хлебушек получился. Видите, чистая. Ну, мыть, конечно, будем. Вот такой хлеб получился. Можно... Ой, какая красота, посмотрите. Посмотрите, как красиво, какой высокий он, смотрите. Видите? Можно даже канельки вот так вот понакладывать. Так, ну ладно, это мы сейчас решим. Сейчас мы сварим быстренько карамель. Берем сухую сковородку. Вот она ставлю. Я ее ставлю на огонь. Ничего не насыпая, ничего не наливая. И высыплю сахара. Ну, я не знаю, ну, 2 столовые ложки сахара. 2-3 насыпала. Так, и пока мы ничего здесь не размешиваем. Ставим на огонь, и пусть оно себе... Я вот думаю за крем. Как нам, кнелями или с кондитерского мешка выдавить его? Я даже не знаю, как сделать лучше. Или просто слоем вот так. Даже можно просто слоем нанести. Вот здесь задача у меня. Я не знаю, как поступить. Наверное, сейчас я возьму кондитерский мешок и такими чик-чик-чик, как на тирамису сделаем. Так, не забывайте, пожалуйста, не заиграйтесь мешком, что у нас сахар стоит на огне. Нам не нужна черная карамель, нам нужна такая едва коричневая. Беру разовый пакет, потому что кнели это, если по кусочку, я хочу на весь. Не порционно, а вот, видите, я сейчас вставляю, не влазит тут. Прямо на этом сейчас обрезаю. Я уже вижу зрительно, сколько мне нужно обрезать. Просто, чтобы лишнее не обрезать. О, видите, все. Ой, вылезла форма. Это так. И сейчас ложечкой. А где ложечка моя, которую я... А, вот сахар. Так. Можно вот так вот перекрутить пока, чтобы туда не попадало. Вот так. И насыпаем этот наш крем. Ой, какой он красивый, какой он лимонный. Все натуральное, ничего здесь нету. Ну, видите, у Светы... Ой, господи, а что вас Светой перекрестила? У Леночки муж готовит этот тортик очень часто. Он иностранец. И видите, это их, наверное, рецепт фирменный. Крем, между прочим, очень хороший. Ну, ничего, постояли, поварили. Зато он хорошая консистенция у него, просто прелесть. Ну и скажу, что сотейник тоже хороший. Так. Сейчас, секундочку, а то Алла тут уже такой натворила. Так. И сейчас будем отсаживать... О! Даже если где-то полезет, пусть лезет, куда хочет. Вот так вот, густенько. Ой, ой, сейчас, секундочку, у меня что-то уже сахарок тут попахает. Чтобы не сгорел. Вот так, густенько. Даже если на бока немножко потечет, это не страшно. Крем очень вкусный. Но оно же еще чуть-чуть, вроде и холодное, но чуть-чуть, как, ну, остыло, но тепленькое, поэтому не страшно. Так, что-то я увлеклась, я обхватила. Брехня. Не может такого быть, чтобы не хватило. Ой, как красиво, смотрите, какое оно нежно, как оно качается все. Так, сейчас я. Мне нравится. Вот с первого этого пошло все как положено. Спасибочки большое, Леночка, за такой рецептик. Я еще не пробовала, но я думаю, это вкусно. Извините, что... Ой, не кнельками, как вы говорили, а мешком. Ну...
Можно вообще нарисовать, что хотите. Вот так, последнее уже все выдавливаю, все. Вот так. Какое вкусное. Я вам скажу, что единственное, что это яйца вот здесь. И, как я вам уже говорила в начале, что, может быть, этот торт будет загадкой. Леночка написала, что этот торт... Так, смотрите, потому что, видите, тает. Карамель не надо переваривать. Сейчас она, сахар скроется. Так, ставлю на маленький огонь. Так. О, это ножницы упали у меня. Смотрите, как здесь у нас весь живой такой. Файно, файно. Так, сейчас я карамель сварю, и мы польем сверху. Карамель снимайте, не держите ее постоянно на огне, потому что она у вас подгорит. Вот сковородка нагрелась, и достаточно. Сейчас немножко я остужу. Сахар растворился, и все, и польем. Можно шоколадом, можно чем хотите. Видите, как, смотрите, как дышит. Поэтому не оставляйте. Если вы хотите вот такая, чтобы у вас была светло-коричневого цвета, не оставляйте на огне, потому что пригорит. Так, я вынесла на улицу пирог. Потому что здесь тепло. Сейчас немножечко остынет. И прямо этой карамелью вот так вот порисую сверху рисуночек. Ну что, мои хорошие, я вам скажу, что карамель в идеале для этого не только сахар. Это с этой карамели можно такие нитки делать. А карамели нужно добавить сливки. И сливками сварить, тогда она будет мягкая, как карамелька. Вот такая, знаете, как конфетка. А у меня, как молочная, у меня немножко, конечно, она такая сахаристая. Но ничего, это просто так, знаете, я решила сделать. Так, ну и сейчас мы должны попробовать, что же мы с вами тут наваяли. Так, так, так. Ой, какое оно нежное, ребят. Какое оно нежное. Смотрите, при вас отрезаю. Эх, не хочет здесь стоять, потому что неровный. Ладно, я его вот так вот положу. Сейчас мы будем его пробовать. Смотрите, какой мусяра получился, да? Так, ставим. Ну, сейчас попробуем. Как говорила Лена, что никто не определит, из чего оно сделано. Чисто вот карамель, как я сделала, из сахара и больше ничего, она попадается, знаете, ну, у меня тут ее мало, как конфета. Можете не делать, лучше каким-то шоколадом залить или... Знаете, на что это похоже? Плавающие острова. Я вот давно хотела сделать такой десерт, называется «Плавающие острова». Я его, конечно, сделала, там кофейная такая-то, но очень похожа на по вкусу. Я хочу больше этого крема. Песня. Ничего сырого нету, все яйца полностью обработаны. Ну, скажу честно, Леночка не такую карамель имела в виду, она имела в виду карамель, это сахар и сливки, это все уваривается и получается карамель. Но лучше взять черный шоколад или белый шоколад. А лучше всего ничего не брать. Вот как есть крем и это воздушная масса. Ребята, это вообще бомбежно. Можно с ума сойти.
Так, Леночка, Леночка Шумак, большое спасибо вам, вашему мужу, за такой простой бюджетный десерт. Это действительно вкусно. Крем заварной, желтковый, без грамма муки, без грамма крахмала, без грамма пудинга. Он прекрасный, он просто прекрасный. Карамель, я вам говорю, что я сделала сахар, она немножко такая жесткая, я честно вам признаюсь. Лучше, ну, это знаете почему? Потому что холодильники и сливки, но это же надо бежать. Я вот так сделала. Если вы белым шоколадом, если черным шоколадом или каким-то сиропом, но вообще можно ничего не добавлять. Белковая вот эта пышная масса и желтковый крем. Спасибо, Леночка, еще раз. Большой привет вашему мужу. Спасибо за рецепт. Вы еще один рецепт прислали, тоже бюджетный, очень хороший, и с консервой, с сардиной. Я думаю, что я обязательно приготовлю. Спасибо большое. А вы, мои хорошие, готовьте, будьте счастливы. Кто не подписался, подписывайтесь. Я вас всех люблю. Пока, мои хорошие.